What's the law? I don't know. So how can I admit? Trust me. В среду в Лондоне состоялась премьера театральной постановки с неординарным сюжетом. На сцене театра Хэмпстед взору зрителя предстают тюремные будни известного китайского скульптора-диссидента Ай Вейвея. Спектакль так и называется «Арест Ай Вейвея». Постановка основана на беседе художника с британским журналистом, в которой Вейвей поделился подробностями своего ареста в 2011 году. Тогда китайские власти поместили известного критика коммунистического режима в заключении почти на 3 месяца, обвинив его в неуплате налогов, а позже оштрафовали почти на 2,5 миллиона долларов. Сам Ай и его сторонники, среди которых много представителей китайской интеллигенции, утверждают, что обвинения были сфабрикованы. Это история, это мощный рассказ о человеке, который старается сохранять прямую линию в очень изворотливом мире. Она также и о свободе слова. Он заявляет о праве высказываться свободно, и ему в этом отказывают. Многие хотят знать, что происходило в тот 81 день, когда я находился в заключении, и где это происходило. Поэтому, думаю, презентация этих подробностей ареста очень важна. Ай Вейвей широко известен в Китае и на Западе как художник, скульптор и архитектор. Он участвовал в создании пекинского олимпийского стадиона «Птичье гнездо». Кроме этого, он известен своей критикой в адрес Коммунистической партии Китая, благодаря чему многие считают его борцом за права человека. Идея поставить спектакль, основываясь на реальных событиях, принадлежит самому Ай Вейвею. Британский драматург Ховард Брентон говорит, для него честь, что художник обратился за осуществлением этого проекта именно к нему. При этом сюжет сильно отличается от классических тем, которые привык ставить Брентон. Сложность в драматизации этих допросов состояла в том, что они были невероятно скучными. Он был вынужден сидеть там час за часом, когда ничего не происходило. При этом охранники находились всего в 15 сантиметрах от его лица, уставившись на него, а ему не разрешали на них смотреть. Как такое драматизировать? Как показать на сцене ужасные муки тревоги и бесконечные часы ожидания? Пришлось искать способ, чтобы сделать это. Ай Вейвей комментирует премьеру постановки, находясь в Пекине. По его мнению, самое важное в спектакле – это то, что вещи, которые привык скрывать китайский режим, предстают перед публикой во всей своей неприглядности. В таком обществе, как в Китае, большинство вещей продолжает происходить потому, что их не придают огласке. Это общество с нехваткой прозрачности, где не хватает площадки и пространства для общественного мнения. Художник говорит, что не боится возможной реакции китайских властей на этот спектакль. Не думаю, что это подвергнет меня большей опасности, поскольку я уже прошел через это. Все, о чем упоминается в пьесе, это факт, и еще это художественное произведение. Не думаю, что кому-то следует подвергать чрезмерной критике художественные произведения. Наоборот, из них следует чему-то учиться. Спектакль «Арест Ай Вейвея» будут показывать на сцене Лондонского театра до 18 мая.